Вон, кстати, можете заметить, у нас иконки загрузки, Гринвилар бежит. Она причем как в колесе бежит. Зато в цирке не выступает. Анимация у лучницы топ, кстати. Да, лучница, знаете, что умеет клево делать? Колесо назад. Я почему-то начала гореть медленно. Смотрите, камера инвертирована. И скорость движения экраном... Блин, какого хрена вы уехали без меня? А чё ты не на лифте стояла? Я на что нажимала. Катя, у меня более важный вопрос. Слушай, я сейчас на тебя смотрю. Мне кажется, да. Ты пошла на войну без штанов. Так думаю. В смысле? Это мой страшный кошмар. Вы что, ребята, я не без могла забыть. У тебя загорелая кожа, и у тебя ваш бедра такого же цвета. Шрамы там какие-то у тебя на ногах идут. Это тонкие кожаные летние леггинсы. Вот, возможно, у тебя в жару летом слезает кожа, ты ее перешиваешь штанишки и ходишь у них. Вот четвертая кнопка. Четвертая кнопка смертельная. Алчность. Жадность Фрея разгубила. Ты вышел из игры как-то неправильно. Еще и уровень первый. Все, невозможно дальше играть с первого уровня, потому что... Это какое-то стримерское проклятие Максим словил. У всех стримеров все через жопу. Зато теперь, наверное, вы не сможете играть никакую игру, кроме моей, ха-ха-ха. Интересно. Да, у меня только гоблин ворот. Все, пойдем. Давайте сложно передай, будет страж. Корону у Кати. Передай мне корону, пожалуйста. Катя, сиди, я на тебя дуну. Ой, тут опасно, тут везде на полу яд. Яд, черт. Воу, да, тут эти появились. Заспавнились опять. Ох, похоже, один из них Эльман. Как понять, который? Это знаешь, как игра в наперстке. Да-да-да. Какой броне Эльман? Бейте, пожалуйста, этого ублюдка. Которого есть. Который вот сейчас передо мной со щитом стоит. Который за этих ублюдков ты. Мы гоблинами, в принципе, врагов называем, да? Потому что тут уже какие-то к нам пошли. Я что, для вас враг? Вы меня постоянно гоблином называете. Это любя. Динамишка ты наш. Я не буду тебя возрождать, я не выживу. А где можно согреться-то? Просто под солнечными лучами или... Я думаю, друг к другу как бы поближе встать. Отползи перед смертью поближе к краешку. Я возродила, но умерла сама. А Кэти, когда падает, она тоже кряхтит, как пьяный дворф? Наверняка. Я вообще не падаю. Я просто ложусь. Тебе нужно кричать что-то из Sailor Moon, наверное, при этом радужном ударе. Усрато! Именно так кричала Sailor Moon. Лунная призма, дай мне силы! В чате наконец-то советуют нам, что делать. Говорят, просто не падайте. От создателя советов не наступайте на... Зеленое, да. Блин, я только сейчас поняла, почему вы рассмеялись на фамилии Даурден, потому что Даур — это... Все эльфы злые, только Даур добрый. А знаете, что мне выпало? Ожерелье подруги варвара. Тут есть один нюанс. Ожерелье не просто подруги варвара, тут ожерелье подруги варваров. У меня, знаете, что есть еще? Поножи подруги варваров. Это новые штаны. Госпожа, а у вас штаны только из-за платка сшиты, да? Чё ты пристал к её штанам? Смотри лучше на крепкий зад гоблина. Так тебя называешь? Господа, знаете ли вы такую замечательную игру, как Crowfall, которая всем нам очень нравится? Я слышу много энтузиазма в ваших словах. Андрей, не мог бы ты рассказать чатику, которому очень интересно, про Crowfall? Прям сейчас вот тебе рассказать и чатику про Crowfall? Нет, давай ты закончишь стрим, придешь ко мне и скажешь: Димон, а что же за Crowfall? И я тебе как скину бриф. Я приду к тебе, ты скажешь, хочешь поделиться? Я такой: нет. Знаешь, чей? Да, ладно. Опасная зона. Заинтриговал, чертяга, я заскочу к тебе. Ай, спасибо. А чат в тебя верил, он верил, что ты сильнее. Вы там что-то дали рекламную интеграцию внутри рекламной интеграции. Подожди, стой, Амис, ты стой, я сейчас... Да, ты стой. Стою. Это все из очков, как у Ридика. Из очков, как у Ридика. Обросший Ридик. Что, очко, как у Ридика? Что? Да. Очко, как у Ридика. Ты что, не видел очко Ридика? Камон. Откуда вы знаете? Я не видел. Ты плохо смотрел фильм просто.
Я вот не смотрел Риддика, но все равно очко Риддика видит. Так, не зря называют черная дыра. В игре имя эльфа адаптировали на русском как в книгах, или его тут по оригиналу зовут Дриздом? От слова дрисать? Вот да, всегда с глаголом адаптировалось. На самом деле, играл, если была возможность за эльфов. Я, правда, не потому, что есть такой вот классный Дрист, а потому, что просто они... Блин, назови, пожалуйста, Дзирта, вот серьезно. Нет, не буду, потому что его звали Дрист. Классный Дрист звучит, ну, как... Дрист — это звучит последствие какого-то глагола. После шаурмы у тебя классный Дрист. Вот сюда надо было вставить камень. Но я взял камень, но я упал. О, меня под ТП-шпорт, все. Потому что я вставил. Ты взял камень. Чем мертвого, ну, раненого. Спасибо, спасибо, сыграл. Потеряли одного, кажется, он остался там на базе дворфа. А кого у нас? Алекс. Алекс, да, не вернулся из подземелья. В смысле не вернулся? Я гружусь. Ты явно грузишься не туда. В смысле? Так, стоп. Я лежу в блевотине. Помогите мне. С тобой мы разберемся позже, когда очистишься. Какой-то страшный жирный тип играет на гитаре. Я один это вижу. Это я на укулеле тренируюсь играть. У меня кассена, тут 5 ВСов. Анонимное собрание ВСов. Кадры с фотки в диске пишут. Яна, ты везде за дворфов играешь? Нет, я на самом деле DSG никогда в жизни не играл за дворфов. СГ что-то сделать. СГ делает из людей дворфов. Изъянов. Твое прошлое не дает тебе покоя даже в настоящем. Красиво сказал. Лах. Я не хочу вот этой доли. А? 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 Б? Мы буквы играем. У вас там немного развлечений, да, я смотрю. В буквы играем. Короче, это новый челлендж. Предлагаю стримы проводить в сауне. Стой, стой, а можно проводить стрим вот в этой категории, но без вебки? Не, ну согласись, без вебки-то стримить, типа, вы не видите, но я сейчас нахожусь. Ну да, да. Звучит так себе. Легально, я все еще выполняю условия категории, да, я в ванной. Мне кажется, должен доказывать, что ты в ванной. Побулькай, побулькай. Побулькай. А уф, это все. Я пытаюсь быть молодежным, видите, я правильно применяю мем. Подожди, подожди, что значит я пытаюсь быть молодым? Типа ты шифруешься? Дед, который с табакатом в меме. How do you do, fellow kids? What? Зачем тогда было в лифт вызывать? Чтобы подняться потом можно было. Знаешь, не всегда лифт это для того, чтобы спуститься. Иногда лифт это для того, чтобы подняться. А уф. Пацаны, да. Тут какие-то голые, носатые мужики. Так, подожди, подожди, стой, я вышел на охоту. Не, это как раз тролли. Я не говорю, что они волосатые, я говорю, что они носатые. Не, ну слушай, если ты приглядишься, то они с пушком. В некоторых местах, да. Да, у них это... Ты приглядел тебя, смотрю, да? Да, он один, мы справимся? За это доп опыт дадут. Мы его как гопу! Унижай его! Бей его! А за него вещью! Толпой в подворотне! Нет! Тоже в дырки падайте. Да хватит! Учу сильно прыгать в дырки. Лучше падать в дырки, чем самому быть дырявым. Ау! Ян, какой у тебя красивый фиолетовый щит. Спасибо. Сам выбирал. А я могу очень немощно, но вот так вот злобно притопывать ножкой. Сними этот дурацкий шлем. Всем мой шлем не нравится. Он дурацкий. И рогатый. Нет. Я говорю, цепляться будешь. И вообще, ходи голым. Жара на улице. Мне нравится мой шлем. Я тебе запрещаю его носить. Все. Потому что он был у тебя? Это не обсуждается. У тебя, кстати, на ногах такая же фигня, как у меня. Светящаяся. Мы что, родственники, что ли? Это родимое пятно. Ты мне не дочь, а брат. Торжественно сжигаю дофтяном в честь. О, гном поднялся. Теперь самый полезный. Персонаж у нас, окей. Ну, эту ты миссию мы... В смысле? Ну, он залогинился. Нулевый персонаж! Ян. Так, я был неправ. Ян, прости. А вот ты будешь лежачим. Нет, полностью там вот это вот. За что, прости? За то, что ты первоуровневый и бесполезный игрок. Прости, пожалуйста. Ну, лежи. Балласт, значит, я теперь для тебя, да? Я тебя выхаживал. Да ладно, ты пропал. Мать простила нас. Он тебя потом еще и в дом престарелых, да.
Игра про то, как мы несем батю в этот. Блин, не детдом, а как это. Ну, этого обсудили просто в детдом. Детдом наоборот. Не, все правильно. Деддом. Стоит ли булить Яна? Не, Ксара, на самом деле, не стоит. У Яна теперь есть модерские те самые, так что. Вот это ты. Модерский у него есть. Меня забань попробуй, а? Слышь, Ян, Буян. Ну ты же и не Ксаран. Вот станешь Ксараном, тогда и поговорим. Это вопрос ориентации. Нужно стать Ксараном. Нужен выбрать это сам. Найди свой эпидемию. Чай ты пишет, я отпустил себе моторку. Да все, и чатик больше вопросов не задавал. Веришь, мы работали нормально с чатиком? Ну тогда я пошел дальше работать. Моя миссия здесь выполнена. Ну ты же ничего не сделал. И машет плащом.